Приветули! Я Пиптос, а это значит, что мы сегодня снова будем заниматься херней. А конкретно я буду перерисовывать прикольные фанарты ДК подписчиков в своем стиле. Ну, думаю, по названию и так понятно было. Первый арт. О-оу, круто! Я даже не уверен, смогу ли я нарисовать такое. Попробуем? Я немного сделал по-своему, но также красиво не получилось. Идем дальше. Луна Вау, где она злая? Это интересно. Нарисуем. Тут я снова сделал по-своему, немного изменил одежду ей, волосы, ну так, на свое усмотрение. Она божественна, не так ли? Нет, ну это слишком шикарно, тут ничего не сделаешь больше, мне нравится. Ого, офигеть конечно. Не, но я попробую, поехали. Так жизненно вышло. Кстати, не так классно, как в оригинале, но... Нет, я не буду это рисовать. Ну, разве что... Мне нравится. А можно я перерисую только в скетче? А то рисовать волосы Юбы — это натуральный мазохизм. Это тип прода этого рисунка. Забабахали комикс. Не бейте, что не в цвете. У меня есть уважительная причина. Мне лень. О, это Мунт парень? Или, мне кажется... Ну да ладно, перерисую как Мунт в мужской версии. Вот Пиптос, скотина, все делает по-своему. Ну вот и все, собственно. Не расстраивайтесь, если ваш арт не попал в видео. Всех благ, пока.